На родине олимпийского мишки в средней школе села Крестово-Городище Чердаклинского района спорт для учеников – любимое занятие, а именно хоккей. Успехи мальчишек дошли и до Общественной палаты Российской Федерации. С подарком к ребятам приехали почетные гости. Полная спортивная экипировка для занятий хоккеем теперь закреплена за каждым спортсменом. В ответ от ребят ждут одного – дисциплины. Тренироваться, быть дисциплинированными, показывать хороший результат и, ну, конечно, стремиться к новым победам, достижениям. Спонсоры будут следить за командой и в случае, если команда станет суперпрофессиональной, будет полностью экипирована уже по-новому в профессиональном ключе. Новую форму получили, осталось использовать ее в деле. Сейчас ребята разминаются, далее будут играть в хоккей по-новому. Дебютом команды в новой спортивной амуниции стало участие в мастер-классе от тренера спортивной школы по хоккею «Лидер». Однако молодые хоккеисты и сами способны удивлять. За победу команда школы поборется со сборной правительства Ульяновской области. Мы сейчас вот стояли, смотрели, и когда поняли, с кем мы будем играть, страх есть, потому что это всегда так в любом виде спорта. Кто вот молодой, они озорные и не жалеют, себя точно не жалеют, а других им жалеть и не надо. На этом подарки не заканчиваются. В 2021 году на территории школы появится новая хоккейная коробка. Коробка будет, однозначно вопрос уже решенный. И осталось только ее дождаться, грубо говоря, сезона, потому что сейчас не было смысла ломать старую, потому что потеряли бы уже поле. Спортивный инвентарь школы будет пополняться и дальше. К следующему сезону ученики получат хоккейные шлемы, ракушки, налокотники. Александра Никитина, Даниил Сурков. Новости Ул-Правда ТВ.